Привет всем, кто меня видит. Меня зовут Ксения, мне 45 лет. Я ученица школы Скидельскай последние 3 месяца. Узнала о ней из соцсетей. Сразу заинтересовалась, потому что, во-первых, была хорошая подача материала с их стороны рекламного. Во-вторых, это совпало с моим внутренней потребностью и желанием освоить новые для себя горизонты, поскольку по профессии я директор кинопроизводства, а по совместительству мама 2 детей. И совмещать обе эти деятельности очень сложно, что-то в итоге страдает. А поскольку я всегда очень любила визуальный ряд, работу с видеоизображением, с фотоизображением, увлекалась фотографией, я решила попробовать себя в этой деятельности. Поэтому Скидельскай очень вовремя мне подвернулся и дал мне эту возможность. Хотела сказать спасибо всем кураторам и создателям этого курса, потому что это замечательно, когда ты можешь, не выходя из дома, освоить новую профессиональную деятельность. За 3 месяца я уже кое-что узнала. И надеюсь, что к концу своего путешествия в этой обучающей среде я достигну такого уровня, чтобы иметь возможность реализовывать свои работы не только для себя, но и с профессиональной точки зрения, и иметь возможность получать за это деньги. А на сегодняшний день мне это как минимум доставляет просто большое удовольствие, потому что я всегда открыта всему новому, и потому что это здорово, когда желаемое и возможное совпадает, а меня данный вид работы, он заводит. И я считаю, что это один из самых главных факторов для успеха в профессиональной деятельности. Поэтому еще раз спасибо всем создателям курса, спасибо кураторам за терпение, за внимание. И надеюсь, что в дальнейшем встречусь с кем-то из своих возможных заказчиков. Всего доброго!